Яровые пострадали от засухи, но ситуацию спасут озимые. В региональном Минсельхозе заявили, несмотря на объявленный режим ЧС, в 12 районах области катастрофических убытков не будет. На поля, где уже полтора месяца не было дождей, выехала и наша съемочная группа. Какие прогнозы, расскажет Дарья Болгова. В Большеглушицком районе комбайны работают на каждом поле. Уборка урожая в этом году стартовала после нелегкого для аграриев месяца. С середины мая до конца июня в южных районах области практически не было осадков, а температура заметно превышала климатическую норму. В 12 объявлен режим чрезвычайной ситуации. Списано на кормовые цели порядка 200 тысяч гектаров. Представители сельхозпредприятий это лето сравнивают с 2010 годом. Мы, в принципе, где-то процентов 30 списали, значит, яровой пшеницы. Ячмень у нас здорово пострадал. У нас, по сути дела, прошла полоса без дождей. Именно вот здесь, километра 4-5 южнее села Мокша, то есть здесь. И, значит, в сторону Волжского района практически полностью дождей не было. С 18 мая ни одного дождя вот по сегодняшний день не было. Потери есть, но их удалось минимизировать за счет новых технологий и удобрений. Больше всего пострадали яровые. Но за счет озимых сельхозпроизводители уверены, закроют этот год без убытков. Мы списали, значит, вот два поля, там где-то порядка около 400 гектаров. Это там 2,5% где-то. А если брать от общей площади, я имею в виду не от зерновых, а от всей площади посевов, то это где-то 0,5%. Урожайность идет в пределах 20, около 20, значит, по озимой пшенице, где-то 20-22 по озимой ржи. Это неплохой хлеб. Значит, в общем-то, нормальный средний год. В региональном Минсельхозе заявляют, хлеб будет. Разве что область из-за засухи не сможет побить продовольственных рекордов, которые планировали поставить в начале года. В планах собрать всего 1 200 000 тонн зерна. При том, что потребность региона и в продовольственном, и в семенном сегменте 600 тысяч тонн. То есть в два раза больше, чем потребность нашей области. 500-600 тысяч зерна уйдет на свободный рынок. В этом году задачу ставят все увеличить в разы сев озимых культур, потому что это гарантия продовольственной безопасности, это гарантия того, что Самарская область будет с хорошим урожаем. Сейчас в областном ведомстве идет активная подготовка документов для подтверждения факторов гибели части посевов. На данный момент объем господдержки, направленный в АПК области, составил 2,5 миллиарда рублей. Из них 50% из федерального бюджета. Для сравнения, в прошлом году было направлено почти 2 миллиарда рублей. Дарья Болгова, Александр Дмитриев, Новости губернии, Большеглушицкий район.